Смотрите, как вот этот платочек красиво сочетается вот с этой песочной яшмой. Прямо прелесть. Сочетание такое классное. Тоже прям идет. Здорово. Здорово. Очень красивое сочетание. С браслетиком тоже будет очень хорошо. Так, вот браслетик. Вот эта песочная яшмочка, я про нее говорила, что у меня еще есть. Очень хорошее сочетание. Только посмотрите, как красиво смотрится вот этот вот комплект с этим платочком. Просто волшебно. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Такой платочек яркий. Прелесть какая. Действительно, очень красиво. Я думаю, это видео будет на две части, если у меня не войдет много, наверное. Я думаю, что вам будет это очень много, длинное видео тоже. Не всегда хорошо. Красота, правда? И только посмотрите, какое сочетание цветов красивое, как бусики классно сюда подходят. Такое не весенний, хотела сказать, осенний мотив. Там яблочко, по-моему, да, или что это такое, и рябинка, и, ну, вообще, и розы какие шикарные. Павлово-Посадские очень красивые, очень. Просто шикарная расцветка. Я думаю, здесь много-много бусиков сюда подойдут. Смотрите, какая красота, такой яркий платок. Такой красивый, осенне-весенний и летний в то же время. Зимний не скажешь, конечно, но очень-очень красивый. Цветы просто шикарные, просто шикардос. Вот. Больше ничего не можешь сказать. Смотрите, какие красивые, разные. Прелесть, просто прелесть. Вот. Ну, не знаю, сейчас еще что-нибудь, может, покажу вам. Ну, красота, одним словом. Смотрите, как шикарно и богато с этим платком смотрится оникс. Вот это украшение из оникса. Очень интересно. Платочек такой летнее-весеннее. Да, летнее-весеннее такой. Классный. Супер просто. Очень красиво, очень. Сейчас какое-нибудь другое попробую украшение с этим платочком сделать, показать вам. Класс, просто класс. Ну, яшмочка, конечно, подходит, слов нет. Красота. Очень красиво с яшмочкой. Очень пасает так все. Красивые камушки. Посмотрите, как красиво с этим платочком смотрится вот это ожерелье. Прелесть, просто прелесть. Здесь можно и зелененькое, и голубенькое. С розовым. Вообще, вот это вот сочетание очень красивое. Очень, просто очень. Платочек сам супер. Очень красивый. Так вот. Браслетики будут очень красиво смотреться. На этом фоне. Здесь черное тоже как раз. Видите, будет как здорово. В общем, сочетание супер.
красиво. И вот так тоже неплохо. Тоже хорошо смотрится с голубеньким, с розовым. Тоже очень здорово. Я уже говорила, да, этот камень, как же его, аквамарин, да, вот, забыла. И лава. И черная тоже лава. Ну, такое вот сочетание красивое. Хотя я что-то с голубым платочки не очень, но мне нравится. Очень симпатично смотрится. Этот платочек тоже очень красивый, надо мне его носить прям с этим украшением, можно на каждый день. Украшение такое скромненькое. И тут как раз, вот смотрите, какие красивые цветочки, как фиалки, наверное, да, вот эти вот фиалочки. Платочек, конечно, небольшой, я его немножко натянула, чтобы завязать, но на шейку вот так вот с украшением будет очень здорово и красиво. И цветочки прямо пасуют вот к этому украшению, прям ну супер. Фиалочки такие. Я думаю, другие украшения тоже хорошо сюда пойдут. Очень красивый платочек. Ну, размерчик у него, конечно, маленький. Такой небольшой. Вот. Пасает очень классно. Украшение. Вот. Ну, тут на расковыряла. Ничего страшного. Вот так вот сбоку хорошо смотрится. Отойди, я чуть не упала из-за окошки, он прям под ноги мне. Под ноги мне. Вот так вот. Видите, какая красота. Вот он тоже осенний такой. К нему зелень хорошо подойдет, сейчас примерю. Смотрите, как красиво с зеленью тоже. Этим комплектом с униксом тоже красота. Он на самом деле кажется каким-то светлым, да, уникс, на самом деле он темный такой камень, потемнее, не знаю, почему он таким светлым кажется на камеру, на самом деле он темнее, намного темнее. Может быть, подальше лучше. Я думаю, и с яшмочкой тоже неплохо. Тоже хорошо. Немножко как розоватая. Видите, идет. Здесь тоже как бы есть такое. Тоже хорошо. Браслетик будет классный. Камушки сверкают. Здорово тоже. Тоже будет отличненько смотреться. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, кто смотрел меня. Всем моим подписчикам заходите. Кому нравится канал, смотрите, ставьте лайки, не забывайте. Мне будет очень приятно. Ну а вам это ничего не стоит. И всем пока-пока.